По-прежнему 16 число, мы выбрались на набережную бухты Виктория, вот, и наблюдаем практически нью-йорковский пейзаж. Расцвеченные вечерними огнями небоскребы на противоположном берегу, на острове Гонконг. Очень круто, очень красиво это смотрится. Вот это вот с треугольничками здания в центре, это Bank of China Tower, башня Банка Китая. Какая-то высоточка потом идет, еще какая-то высоточка. В общем, круто здесь, свежо, хорошо. Гораздо лучше, чем в Мэншене и на Нейтан Роуд, соответственно. Пейзаж красивый. Вот, где-то через час начнется лазер-шоу. Всем известное, но не такое уж на самом-то деле привлекательное. Вот. Очень много на набережной туристов, которые фоткаются. Вот. Есть какой-то центр торговый. Какие-то тоже небоскребы там есть. Ян беседует по телефону с кем-то. В общем, круто, на самом деле. Огни большого города.